Блин, может реально начать снимать влог? Здорово! Посвящаю в курс событий. Вообще я приехала на майские праздники из Москвы в Питер. Поэтому влог я начинаю уже с Петербурга. Сегодня нас ожидает чудесный такой выходной денек. Потому что сейчас мы, во-первых, готовили куличи, а вечером у нас намечается шашлык. А ночью мы поздравляем нашу подружку с днем рождения. День будет просто хороший. Офигеть, они очень крутые. Какой кайф. Было. Мы забрали тортик, потому что моей подружке день рождения, мы сюрпризом ей купили тортик. Очень мило, внимание, что здесь написано еще. Мы не расшифровали. Мы не англичане. Ой. Какой у вас интересный такой тортик. Это да, такая камера. Блогеры. Спасибо и вам. Спасибо. Юля Осипенко. Вот они первые фанаты. Вот они первые. Всем доброго времени суток. Мы пришли в гончарную мастерскую отмечать день рождения. Вот ее. Кого? Юля. Мы пришли кушать. Что мы очень скоро. Такой, знаете, женский, такой легкий обед. Ну, такой вот. Новый день, новое заведение, чтобы покушать. Договаривались мы встретиться в 13:00 время. 13:27. Мы пришли в Look Online, и я совершенно случайно наткнулась на два прекрасных лота. Я так давно искала серые пиджаки. Да, можно понять, какой мой цвет любимый в гардеробе. Это черный и серый. Сейчас буду мерить. Последний день нахождения в Питере у нас проходило семейное мероприятие Кристины, моего племянника. То есть меня можно поздравить, я стала крестной мамой.